Здравия желаю, уважаемые подписчики, пользователи и просто посетители. Значит, сегодня я сделал самозапит на две лампы светодиодные, вон видите они, одна, вторая. Плюс зарядка батареи. Почему яркость слабая? Об этом я вам говорил. Батареи еще не пришли, да и нет средств на мощное. Если бы была помощь, народ не верит этому всему. Верит тем, значит, учебникам, которые их обманывают. Верит, значит, всем, кто их обманывает, а правде не верит. Что, значит, свободный ток – это реальность, это я говорил 3 года назад, и 3 года никто не верит. Вот еще, значит. Но хотят. На киловатты спрашивают, на мегаватты. Да пожалуйста, хоть на тераватты. Только надо средства, ребята. С удовольствием сделаю. Средствами-то никто не помог. Хотя по 10 рублей бы скинули, и то бы дело пошло. Сейчас я расскажу, как из чего состоит-то все. 2 лампочки светят на солнечную панель. Так. Солнечная панель получает, значит, свет, заряжает вот батарейку. Ну, это я говорил, так как батарейки дохлые, то есть на них, значит, энергетический запас этих батареек равен ватт 5, а то и 3. Только для этих лампочек хватает. И то в полнакала, видите. Поэтому как только будут, значит, мощные батареи, мощные, то прибавим. Эту систему можно прибавлять, но только у нее ограничения. Так эта панель больше 30 ватт не даст. Хоть как ты старайся. То есть впоследствии надо и панель побольше. Или хотя бы купить еще пару таких. Побольше сделать подвес. Вот. 4 штуки положить. Та уже на 100 ватт будет. Соответственно, аккумуляторы новые. 2 новых аккумулятора. И будет все работать. Кроме того, будет, значит, еще... Мало того, что на освещение, с этого аккумулятора, который подзаряжается, можно будет и брать на разбор. То есть на потребление. Потому что лампочки-то максимум будут потреблять ватт 10-15. 15 ватт. Видите, если убрать вот эти колпачки, то, что я вам говорил, вот они. Вот эти колпачки я поубирал, то мощность света увеличится где-то процент на 30, что позволяет выход с панели увеличить. То есть панель работает за счет именно не тепла, а светового потока. Ну, световой поток — это тоже тепло, как бы. Но оно мелкое такое, как бы. Уже сильно прогрето, мелкое. Поэтому вот эти лампочки светодиодные позволяют это сделать. Такое БТГ. Но не позволяют, как говорится, не позволяет карман сделать, нарастить мощность. Вот вкратце новости. Большое спасибо за внимание и понимание. Желаю всем удачи, исполнения всех желаний. И, конечно, с наступающим вас Новым годом!